Блин, тут нет света. Интересно, есть ли кто дома? Ладно, переночую здесь. Что это? Как-то тут страшно. Зачем ты сюда пришел? Что, кто это, вы где? Зачем ты сюда пришел? Я хочу переночевать здесь. Уходи. Я не могу, мне нужно переночевать. Ты здесь не уснешь. Ну нафиг. Так что тут у нас? А ну, понятно, темнота. Так что это слева. Так это я где? А все вспомнил. Походу я вырубился от страха. И походу обделался. Пойду поищу поесть. Ауискас. С индейкой, как я люблю. Я слышу шаги. Кто посмел мешать мне есть? Что это было? Да и мошки какие-то надо мной летают. Стремно здесь. А ведро? Или где мой вискас? Его кто-то съел, но кто? А кушать-то я хочу. Мне все-таки надо посмотреть. Как-то там темно стало. Блин, опять он. Ты кто такой? Наконец-то я нашел кого-то. Ты кто такой? Я Рыжик, я услышал крик и пришел сюда. Ао, еда. Уже дней 5 не ел. Ладно, кушай. А откуда ты? Я не помню. После того, как я выбрался из этого дома, я ничего не помню. А то есть ты здесь бывал? Конечно. Ты видел это? И Рыжик. Блин, куда ты делся? Ну как, выспался? Ву-ха-ха-ха.
Тебе некуда бежать. Нет, я выберусь отсюда. Ну давай, удиви меня. А боже, я выбрался оттуда. Надо быстрее бежать отсюда. Не уходи. Что? Не уходи отсюда. Почему? Если ты уйдешь, то он начнет призывать. Кого? Других котов. И они будут гибнуть. Ну ладно, что сделать? У него есть любимая пачка китикет. Моя прелесть. Понял. Эх, понял. Вот он идет. Хи-хи. Так надо бежать. Ты не уйдешь. А ты посмотри наверх. Где мой китикет не едет? Наверное, он зол. Так что пойду я лучше. Думал убежать, наивный идиот.